пил ежедневно? Да. Много? Ну, по бутылочке в день убирал. По бутылочке водки в день? Да, да, выпивал. Знаешь анекдот? Венчается раб Божий Иван и страх Божий Оксана. Ага. Анекдот кончился, да? Да, закончился. Я понял. Еще раз. Венчается раб Божий Иван и страх Божий Оксана. Ладно, похуй, все равно не понял. Я могу третий раз, хочешь? Да, давай. Венчается раб Божий Иван и страх Божий Оксана. И нихуя все равно не понял. Хорошо, ну, я потом четвертый раз повторю, ну и ладно. Сколько маме лет? 50. Молодая женщина? Не то, что молодая. Если бы я не знал, ну, Дилара, извини, я бы выебал. Такая сучка. Реально выглядит на тридцаточку. Красивая? Красивая? Бомбочка. Милфа, реально. Про альбомы, про... Давай назовем его так. Гордон и Гондон. Боюсь спросить, кто из нас Гондон. Подумай. Если я Гордон, то выбора у меня нет. Давай назовем так. Гордон и Гондон. Вот я вам сейчас покажу вообще две книги, которых еще не видел никто. Они только вышли. Вот одна. Называется «Очко. В конце тоннеля». Как бы его хотелось увидеть. И вторая, которая называется «По душам». Если настроение у кого-то будет плохое, ее можно называть «По душам».